Подозреваемый в убийстве директора магазина сантехники в Казани задержан. 27-летнего молодого человека полицейские разыскали в Нижнекамске, откуда он родом. Напомним, тело мужчины с 4 ножевыми ранениями в минувшую пятницу обнаружила сестра погибшего, пришедшая утром на работу. В воскресенье предполагаемый убийца уже давал в полиции признательные показания. Рамиль Шайдулин узнал мотивы. Подозреваемый рассказал, что вечером захотел покурить. Зашел в этот магазин, спросил у мужчины сигарету. Жил рядом. Начавшийся разговор продолжился за бутылкой спиртного. Затем был конфликт, и директор магазина, по словам задержанного, первый схватился за нож. Все остальное было самообороной. Смог выхватить оружие и нанес несколько ударов. Директор погиб на месте. Его тело с 4 колото-резанными ранами на следующее утро обнаружила сестра. Вскоре сотрудники полиции установили личность возможного подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец Нижнекамска, проживающий в Казани. По месту жительства мужчины не оказалось. Нашли его в родном городе, там же и задержали 20 мая. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если вина в умышленном убийстве будет доказана, ему грозит провести за решеткой от 6 до 15 лет. Рамиль Шайдулин, Нафиса Миниязова, Константин Бушуев, «Вызов 112».